Всем привет! Я хочу рассказать вам, как своими руками сделать маску. Это стало достаточно актуальным в наше время, потому что очень сложно найти маски в аптеках, и они стоят недешево. Я хочу рассказать вам, как сделать многоразовую маску, которую можно стирать, гладить утюгом и снова пользоваться ей. Для этого вам нужно сделать такую выкройку. Длина этой линии 18 сантиметров. Этой линии 14, вверху 8, еще отступаем 2 сантиметра для того, чтобы в эту часть вставлять резинку, которая будет держать маску. Далее идем вниз и отмеряем 4,5 сантиметра длины и 2,5 высоты. Эти уголочки будут отрезаться. И сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть на ткани. Я решила взять старую футболку черную и попробовать исполнить все это на футболке. Вот, как вы видите, у меня есть два кусочка бумажной выкройки, которые я сложила вместе. И сейчас моя задача вырезать по контуру, вот этому контуру, маску, которую впоследствии я буду сшивать между собой, потому что у меня два слоя ткани, чтобы маска была потолще. Итак, что у меня получилось? Такой двойной слой ткани, вырезанный по выкройке. И теперь моя задача все это сшить. Я буду сначала сшивать эти места, потом эти. Здесь и здесь, потом я это выворачиваю на лицевую сторону и уже только в самом конце сшиваю эти места. Потому что если их сразу сшить, то маску будет невозможно вывернуть на другую сторону. И все у вас швы останутся тогда на лицевой части. Эти места, эти выточки нужны для того, чтобы здесь появилось достаточно места для носа. Итак, друзья, посмотрим, как что получится в результате. Итак, маска готова. Сейчас покажу вам, как я это сделала. Значит, я ее сшила, вывернула на другую сторону. Отдельно пришлось сшивать эти места, чтобы закруглить маску, и вставлять такую тоненькую резиночку. Я сделала тоненькую, потому что таким образом маска достаточно плотно прилегает к лицу. И все получается очень даже замечательно. Так что ее можно еще и стирать, утюжить и, в общем, пользоваться так долго, как потребуется. Изготовление заняло все вместе около 1,5 часа. Но если у вас свободное время, нечем заняться во время карантина, то, пожалуйста, делайте такие маски. Я сделала из черной ткани, потому что это я делала для своего мужа. И это лучше всего, конечно же, когда есть темная ткань. Еще хочу сказать, что я прошивала все вручную. Поэтому, если у вас есть машинка, то вас займет, наверное, максимум минут 40, 30-40 изготовления такой маски. Всем хорошего дня и не болейте!